О, Дарин Диан, что делаете? О, привет, в шашки играем. Да, приветик, сегодня такой классный денек, вот решили поиграть. А-а-а. Кстати, а куда Маша делась? Да, Машка заболела, короче, Машка все, слегла, заболела, вообще все, голова болит, и, в общем, все, сидит, пердит. Но ничего, ребят, скоро выздороветь вернется. Ну вот. Короче, сегодня день отдыха, расслабон, девчонки, отдыхаем, загораем. Сегодня ничего не делаем? Сегодня ничего не делаем, можете в шашки поиграть. А, отлично, супер. Все, я пошел к себе, давайте, короче, не хворайте. Давай, пока. Давай. Так, ну что ж, отличненько. Так, ну что ж, ребята, сегодня, короче, новую серию не выключайте, серия будет как бы в самом разгаре. Я сейчас вам кое-что покажу. Так, смотрите, есть специальная, короче, разработка. Так, включаем, короче, так, где вот у меня... Эй, Жень, ты тут? А, да, Дарин, что тебе надо? Слушай, хочу Диану затроллить, помоги, а, придумать что-нибудь. А, ну я как бы это король троллинга, вообще изи затроллим, давай. А что такое случилось-то? Я не знаю как, она меня замучила, вообще капец, хочу над ней поприкольнуться как-нибудь. О, Дарин, да это вообще без проблем, вообще без базара. Как говорится, ты обратилась по адресу, я король троллинга, так что все, дело будет в шляпе, увидимся через час. Отлично, спасибо. Всегда, пожалуйста. Я затроллить, ребят, да это вообще без базара, короче. Так, ну все. Так, хотелось там что-то с телевизором сделать. Так, ну-ка, включаем, короче, полочку. Так, где... О! Женя, слушай, это, я хочу Дарину затроллить. Можно как-нибудь организовать это? А то, ну, кучно с ней. Хочу вот прям, чтобы весело было. А-а-а, Дарину затроллить? Так, ну что ж, Диан. Ну, в принципе, такое организовать... Можно, если осторожно. Поэтому и тебе помогу. О, в смысле, и... Короче, помогу тебе. Ой, спасибо большое, ты лучший. Ай, все. Ладно, давай, сейчас подготовлю, короче, это. Все, короче, штучки. И, короче, все организуем, все, жди. Так, ну что ж, ребята, вы видали? Вот это приколдес. Короче, ко мне подошла Дарина и Диана. Обе хотят друг друга затроллить. Но мы с вами добрые, мы поможем и то, и другое. Короче, дорогие друзья, прямо сейчас прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Вопросчик дня, короче. А кого вы троллили? Там, не знаю, брата, сестру, как затроллили? Напишите мини-историю в комментариях. Может, я не знаю, может, ну, что-то там прикольнулись. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а я сейчас подготовлю штуки, и мы их жестко затроллим. Все, ребят, давайте. Так, ну-ка. Так, где-то они здесь были у меня. Так. Так, отличненько, ребят, я подготовил ингредиентики. Женя, ну что, как там наш план? Все готово, Диана. Так, ну что ж, значит, троллим Дарину. Я правильно тебя понимаю? Да, правильно. Окей, выберите уровень, так сказать, троллинга. Легкий, средний, жесткий. Давай средний, чтобы она не обиделась на нас. Хорошо, отличный выбор. Для начала самое то. Так, ну что ж, пойдем. Первая цель, рассказываю тебе, и вам, ребят, тоже рассказываю, как правильно троллить. Короче, надо сначала найти, значит, что делает жертва троллинга. Где Дарина, рассказывай. Слушай, я знаю, что у нее там деревья есть любимые, вот тут, вот. Ну-ка, давай посмотрим. Вот, какие большие выросли. О, она деревья любит, что ли? Да, это ее любимый сад. Так, мне нравятся, такие большие, красивые. Так, надо за вами поухаживать как-нибудь, а то завянете скоро. Отлично, короче, Диана, у меня есть план. В общем-то, первое задание для тебя. Иди и спроси, что она вообще, что какая ей помощь нужна. А потом-то мы ей устроим троллинг. Иди, такая, знаешь, невзначай. Главное, не вызови подозрения. Типа, такая, знаешь, подойди такая. А, чё, ты тут эта подушка, чё тебе нужно там это? Ну, ты, ну все, давай, шуруй, чё ты смотришь? Да, я поняла. Чисто Диана агент. О, привет. Слушай, подруженька, я тут знаю, что у тебя сад твой любимый, да? Да, смотри, какие красивые выросли уже. Такие большие. Себе. Слушай, а может быть тебе чем-нибудь помочь? Ну, они у меня подсохли. Может быть, ты могла принести мне водички? Я бы их полила. Да, хорошо, конечно, сейчас принесу. Спасибо большое, пока. Ну что там, Диана, рассказывай. Смотри, она сказала, что у нее завяли деревья, и ей нужна вода. Так, ну что ж, выбирай, как бы, поможем ей, либо, так сказать, поможем садом завять, короче.
Я думаю, второй вариант. Отлично, хороший выбор для троллинга. Итак, значит, ребята. Итак, Диана, я для тебя подготовил, значит, специальную лейку. Лейка непростая, она славой. Принесешь быстренько. Главное, короче, не вызови подозрения. Главное, скажи, типа, быстро-быстро возьми, а то сейчас, типа, вода выльется, лейка дырявая. И все, и она начнет поливать, и троллинг удался. На, бери. И наблюдаем, да. Короче. Так, все, смотрим. Вот это сейчас будет прикол. Короче, смотри, полная лейка воды, держи скорее, поливай, а то завянут. Завянут? Скорее? Да. Отлично, троллик удался. Диана, текаем, короче. Отлично, бежим. Так, ну все, отлично. Так, ну что ж такие, ребяточки, кажется, я подготовил. Жень, ты представляешь, она дала мне лейку славы, у меня все мои деревья. Да сгорели. Ты чё, офигеть, Дариныч. Я хочу ей отомстить, помоги, а, пожалуйста. Вообще без проблем, ты обратилась вообще правильно по адресу, короче. Я знаю. Конечно. Так, ну что ж, первая задача, которую нам нужно с тобой разработать, план-перехват. Надо узнать, что делает Диана. Я последний раз видела ее на улице. Пойдем посмотрим на улице, значит. Пойдем. Так, сейчас мы, короче, разберемся и найдем эту Диану, короче. Главное выяснить, чем она занимается. Правильно же говорю? Да. Вот. Так, о. Надо развивать канал на ютубчике. Тут, блин, вообще видео мало, просмотров нет, подписчиков тоже. Хочу стать популярной. Хочу. О, слышал, да? Слышал. Дарина, ты слышала? Да. А, смотри, популярный хочет стать. Ну что ж, короче, я думаю, ты думаешь о том же, о чем и я, да? У тебя есть идея? Есть идея. Сделаем ее популярной, да? Хочешь ее сделать популярной, а? Да. Короче, смотри, значит, я тебе рассказываю. Вот видишь вот эту штуку? Это называется мишень. Ага. Ты даже не спросишь, почему мишень? Почему мишень? Потому что ты становишься мишенью номер один. Поэтому как бы вот такие пироги. Короче, рассказываю план. Главное, сама случайно не одень, Дарина. Это очень важно. Дашь, короче, Диане, скажет, что эта штука сделает ее мега популярной. Я тебе гарантирую, весь двор ей будет интересоваться. Отбоя у ней не будет. На, держи. Ага. Все, я пошла. Давай, удачи. Диан, привет. Что делаешь? Да вот, снимаю в ютубчик, ну, видосики не заходят. Популярной стать хочу. Есть какой-нибудь способ? Слушай, есть. Смотри, у меня есть вот такая кофточка, просто самый пик моды. Она очень популярна, она вот, мне кажется, вот с ней ты точно в ютуб залетишь. Хочешь? Ты уверена? А то она, знаешь, таких вот цветов, белый, красный. Это потому что скоро Новый год, а она похожа на леденец, а леденцы любят все, и вот поэтому... Отлично мажет, ребята, моя школа. Так, смотрим дальше. Так, уверена? Вот прям 100% уверена. 100%, вообще шикарно. Смотрите, как мажет, а, ребята, так. Всем понравится. Попробуешь? Ну ладно, давай. Держи, одевай скорей. Так, ребят, ну сейчас будет ржака. Так, смотрим, короче. Смотрите, одевает. Так. Ой, тебе так идет. Смотрите, просто реально завалили. Отлично, Дариныч, короче. Отлично. Ох, ребята, вообще шикардос. Троллинг идет. Что случилось, Диана? Она меня затроллила! Просто ужас какой! Кто? Дарина? Да! Я стою на улице, снимаю влог с подписчиками. В итоге подходит она, дает мне кофточку, говорит, вот, все будет шикарно. Что тут, типа, много подписчиков будет. В итоге надела я эту кофточку. Знаешь, что со мной произошло? Ну-ка! За мной весь двор гонялся, понимаешь? Нет, конечно, влог залетел, завинтился. Но какой ценой это было? Понимаю. Надо разобраться. Да. Пойдем разбираться. Давай. Так, ты хочешь... У меня как раз есть для нее сюрприз. Серьезно? Правильно, честное слово. Идем сюда. Так, давай посмотрим, что она делает. О, вон она, смотри. Ой, милый котик, как я люблю котиков. Так...
Надо бы тебе рыбки, что ли, дать? А может, мне тебя вообще с собой забрать? Ну, мне не разрешают, мне только хочу животного какого-нибудь. Что же делать? О, отлично, Диан, смотри, она хочет животину какую-нибудь себе домой забрать. У меня есть, короче, план. Так, какой есть, у тебя есть, план? Есть черепашка вот такая. Черепашка, ты серьезно? Мы же ее затроллить хотим, а не подарок вручить. Да черепашка... Она с рада будет. Черепашка непростая, черепашка взрывная, она же механическая. Там внутри взрывчатки столько, что хватит весь этот район на Луну отправить. А чё ж сразу так не сказал? Ну да, хотя я не дала тебе сказать. Так, ну что ж, пойдем, короче, аккуратненько, чтобы она не спалила. Иди сюда, аккуратно через забор пролази. Главное, чтобы не спалила нас. Идем сюда. Так, ну-ка. А что мы будем делать? А, стоп. Мы будем делать, как будто бы сама нашла? Да, смотри, план какой. Uh-huh. Ты типа такая, типа как будто, чтобы она нашла. Знаешь, если ты дашь ей черепашку, я думаю, она заподозрит. А если она типа сама нашла, то значит все чики-бомбони, как говорится. Чего, поняла. Так, тогда мы еще что-то делать? Так. Да, раскопай, короче, небольшую яму. Вот, отлично. Давай. 4 на 4. Отлично. Сюда сейчас нагрузим песка. Ну, как будто, знаешь, черепашка тут жила, не тужил. Так, главное, держись от нее подальше. Аккуратненько ставь. Ага. Все. Да. Так, все. Как только она станет эту красную кнопочку, произойдет... Бабах-шабах! Все, пошли, короче. Все, пойдем, так, все. Отлично. Иди, короче, скажи, что ты видела черепашку, и потом, это, беги сюда, давай. Хорошо. Дарина! О, привет. Слушай, что ты тут делаешь? Смотри, какой он милый, Пётр Осётр. Так хочу домашнего животного, но мне не разрешат его взять, и так кого-нибудь хочется. Слушай, я тут недалеко черепашку видела, она там уже долгое время живет. Черепашка? Реально? Да, черепашка красивенькая такая, зелененькая. А черепашку мне разрешат. Ух ты, прекрасно. Пойдем, показывай. Я ее заберу себе. Вон она, смотри, какая классная. Такая интересная, первый раз такую вижу. Так, Диан, давай ко мне. Оп! Отлично, красиво, тикаем. Отлично, троллинг удался, ребята. А где черепашка? Блин, какую-то шурму бомжей нашел. Капец, блин, надо выкинуть. Женя! Чё такое? Она, представляешь, я хотела какого-нибудь животного, она говорит, пойдем, я тебе покажу там черепашку. Я прихожу, говорю, отлично. Так, и что там? Милая черепашка, представляешь, лежит такая. Я хотела ее взять, а она взорвалась. Капец, вообще, ну это, конечно, нехорошо, это уже уровень хард. Вообще нехорошо. Тогда надо по харду, выбирай уровень сложности, легкий, средний, либо вообще по жесткому. По жесткому. Отлично, все, пошли, короче, как говорится. Так, ну что ж, короче. Первое правило троллинга какое? Какое? Ну какое, я тебя спрашиваю, ты... Узнать, чем занимается жизнь. Правильно, молодец, так, во, моя школа. Так, смотрим, вон. Мама Мия, ну пожалуйста, ну дайте поесть, ну кушать хочется, ну денег нет. О, мама Мия, бай итальяно, нет, еще раз нет. Ну, мама Мия, ну, пожалуйста, ну, я сейчас помру с голоду, ну, мама Мия! Double no! Да, блин, ну, за что? Отлично, Дарин, ты видишь? Да. Жрать хочет, короче. Ну, что ж, короче, смотри, я тут недавно сейчас хотел выкинуть шаурму, нашел, бомжи каких-то это, выкинули. Протушим. Ты что, хочешь кормить ее, Дианя? Давай. Протухшая просто капец, я не знаю. Мне кажется, если занюхнуть, уже можно упасть. Но главное, чтобы она съела быстро, поэтому раздразни ее там хорошенечко. А потом быстренько ей это... Все, давай. Ну, мама Мия, ну, пожалуйста. No. Диан, привет, что делаешь? Привет, я... Да блин, он мне пожрать не дает, кушать охота, прям пипец сильно, у меня живот болит, ужасно просто. Ой, а ты знаешь, я сейчас была у Гоги, короче, и купила две шаурмы. Одну я съела, я думала, я две съем, потому что я так сильно хотела есть, примерно как ты. Вот, я одну шаурму съела, она была такая сочная, такая вкусная, там такие... Да не трусни! Хорошо стелит. Так, смотрим, ребят. Огурчики там такие маринованные, такой соус вкусный. Вот, я съела, очень вкусно было, но у меня осталась еще одна. Хочешь? А можно?
Ну я же поделюсь со своей лучшей подругой. Ой, то давай, давай. Только ее надо очень быстро съесть, потому что чтобы это вот. Держи. Очень вкусная. Ха. Ням-ням-ням. О, отличненько съела. Ну как тебе? Скажи, вкусная. Да, но что-то мне как-то... Туалет кончится! Смотри, Дарина, короче. Так, закрывается, садится. Оу! Неплохо там пошло, короче. Дарина тут... Там вообще жесть. Так, ну что ж, походу дело троллинг удался. Так, пойдем отсюда по-тихому. Я и говорю, а он, короче... Женя, ты не представляешь, она меня так затроллила, что я 3 часа на горшке сидела. Капец, вообще, Диана, как такое возможно? А вот так вот, короче, надо мстить, я считаю. Мстить я тоже так считаю. По-жесткому, максимально жестко. По-черному. Вот, я и говорю, тогда пойдем посмотрим, что она делает. Пойдем даже, подойдем вместе и спросим. Угу. О, пойдем. Так, Дарин, ты что здесь делаешь? Приветик, Дарин. О, привет, я катаюсь. Хотите со мной покататься? Смотрите, как весело. Да не. Короче, ну-ка, Диан, иди-ка сюда на пару слов. Давай. Отвлеки ее на немножечко. Отвлеки. Ага. Я там кое-что поднастрою и сделаем как нужно. Вот, понимаешь? Ага. Все, да. Отлично. Все, иди, короче, ее отвлекай. Все, Дарин, все. Дарин. Иди сюда. Ты хочешь со мной покататься? Да, слушай, а можешь немножечко рассказать, ну, там, про вагонетку, там, как ты вообще нашла ее, или сама смастерила? Готов! Нет, я просто шла и хотела покататься, мне тут позвонили, вот, срочно, смс-очку написали, мне нужно бежать, извини, я к тебе... А покататься? Я к тебе попозже приду, хорошо? Ну, ладно, давай, пока. Все, давай, пока, да? Так, Диан, идем сюда, смотри. Отличненько, оп! Все, отлично, просто ее жестко затроллили. Так, отходим. А что было? Отбегаем. Мы не при делах, вообще, само. А пойдем, даже на ней поприкалываемся. Давай. Ой, Дарина, а что случилось у тебя? Ого, а что за яма? Оно взорвалось почему-то. Я каталась. Вот Оля, как такое могло произойти? Получается, это дефектные рельсы были. Может, надо мной кто-то поиздеваться решил? Нет, а как такое возможно? Такое же невозможно. Кто может-то, да? Не знаю, Гога, например, вон. Ну, а Гога мог, реально, вот он мог. Мог? Да. Мог же, Диан? Да, мог, он такой сам. Или Людочка. Людочка стопудово, но не мы. Да, 100% Людка. Вот, да, она давно на нас зуб точит. Вот точно она. Все, может, это она. Ей отомстить надо как-то. Ну, посмотрим. Вы пока здесь, короче, постойте, это все порассуждайте. Так, ну что ж, дорогие друзья, по-моему, серия удалась. Мы, короче, затроллили с вами и Дарину, и Диану. В общем, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк за такую серию. Подписывайтесь на канал. Сегодня был крутой, веселый троллинг. Если хотите больше серий с Дариной и Дианой, напишите об этом в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Девчонки ведь все-таки старались, я старался для вас. Обязательно поддержите серию лайком, подписывайтесь на канал. И всем бай-бай-бай-бай. Так, пойдем к девчонкам. Так, что делаете, девчонки? Может, пойдем в шашки поиграем? О, да, пошли. Да, все, пойдемте. Пойдем.